Доброе утро всем. У нас сегодня так прохладно на улице, хорошо. Я уже отработала, ну как прохладно. Было там 32-35 градусов, сейчас 28. Прохладно. А утром сегодня стало было вообще 24. Прям класс. Правда, всю ночь плакал ребенок соседский. Что-то он сегодня совсем не спал и нам не давал. Трындец, капец. Ну ладно, я уже начинаю привыкать к этому ору. Так, куда я иду? У меня стевия закончилась. А, смотрите, вообще очень прикольно. Закрывает второй подбородок. Вот это, и лицо сразу становится таким, знаете, красивым, вытянутым. Правда? Я сегодня нанесла гель на воск, гель на волосы, и поэтому я сегодня такая кудрявая. Вообще, вы знаете, хочу вам одну ночь сказать, ну, как не новость, а, в общем, я подумываю отрастить волос. Не знаю, как вы на это смотрите. Конечно, недокос у меня не будет до жопы, мама. Но, не знаю, посмотрим, выдержу, не выдержу. Пока нормально. Вроде так вот сегодня уложила, и даже мне кажется красиво. Так вот, закончилась стевия. Я сейчас... О, как хорошо ветерок, как дувает в маечке. Прям там волос, волос. Ветер гуляет. Иду стевию купить. Чаю пью. Воду не люблю, поэтому пью всякие... Ну, на, как они даже не чай, а вот всякие там. Вчера вот клюкву себе заварила там с мятой. Такие вот. Но сахар не хочу пить, стевию. Пойду куплю. Там еще мне нужны средства личной гигиены. Тоже зайду в этот магазин. Вот, пока прохладненько. И освободилась чуть пораньше. Говорю, пробздюсь. Тут недалеко. Вот такие дела. Посмотрим. Кстати, я забыла вам показаться. Никого нет. Я же сегодня красивая. Я сегодня даже стрелки нарисовала. И ресницы тушью накрасила. Когда увидела с утра 24 градуса, думала, какой кайф. Не буду потеть. Ничего не потечет. Возвращаемся красивой жизни. Сейчас еще придут, коллагена наемся. И вообще буду девочкой. Все. Покрасовалась? Хватит. Что-то у нас тут сколько этих ведут какую-то спасательную операцию, что ли? Что они там делают? На меня начали ругаться, что я снимаю. Но там что-то какая-то спасательная реакция идет, представляете? Типа, нельзя, нельзя снимать. Боже мой, я аж испугалась. Думаю, что это так они кричат? Я уже дома, зашла в фруктовый. Купила дыньку. Что-то мы арбузы уже переели. На дыни перешли. И яблоки свои любимые. Ну, а теперь пойду... А, вот еще стевию купила. И вот такой чай, он без теина. Лесные ягоды. Смотрите, как застыл. Это сплошной коллаген. Смотрите, хоть кусками ешь. Такая вкуснятина. Сейчас буду разогревать. Едят это все с картошкой фри. Ну, по крайней мере, здесь. Смотрите, чай заварила. Нереально вкусно пахнет. Всем приятного аппетита. Вот этот мужчина, он постоянно следит за улицей. Но ему скучно, и он выходит на улицу и наблюдает. А я сейчас, мы сегодня с подругой договорились, идем на пляж. Я в инстаграме видела, там шторм поднялся, в принципе, как прогноз и обещал. А вот, ну, мы дойдем до пляжа, потом обратно, а до этого нужно еще в банк сходить, зайти, денежку кинуть на счет. Вот. Не пойму, то ли жарко, то ли не жарко. Ну, пойдем гулять. В принципе, программа вся та же, что и каждый день. Какой-то этот день сурка. Это, по-моему, помидоры. Сейчас мы их понюхаем. Да, помидоры на дороге, прикиньте. Ну а что, если... Черри! Помидоры черри. Мы тут уже ходим везде. Уже почти дошли до пляжа. Даже и не заметили, как дошли. Быстро так. Вдвоем-то когда? А так идешь, с Чарли разговариваешь. Как я и говорила, шторм
на море. Здесь он небольшой, потому что, ну вот порт, за порт, ну, идет оттуда волны, ветер. Ой, что-то народу много, а так волны. И песок. Я вот не люблю такой песок. Ой, холодная вода какая. Сразу похолодало. Молька дошли до пляжа. Смотрите, какой шикардос. Ну, хоть ветра нет, хорошо. Главное, оставила подружку с собакой там. А сама такая, они в кроссовках деловые, а я там в своих сандалях. У них-то везде можно. Танки грязи, не боятся. Чарли, вы наки, аки. Ну, ты вая. Не, вода нормально, но она охладится потом. Как ему нравится на пляже. Ай! Ой! Ну вот, я вся в песке. Чего ты? Бегаешь, да? Ай! Ай, потерял! Потерял палочка, Донда! Ай, корри! Дома! Дома! Ну вот, блин, ну и чё это всё у меня? Пойду опять в море. Он на меня песком! Смотрите, не видно, какой у нас закат. Розовый, красивый. Ну, видно вот так вот. Видите, какая красота? Ой, даже камера не хочет фокусироваться на такой красоте. Все, друзья, так нагулялись. Здорово. Загулялись все. Что ты там ищешь, Чарли? Но, фу. В совке что-то там нашел. Ладно. Буду прощаться с вами, я только после душа. Как здорово принять душ после того, как ходишь, вся такая потная, влажность такая. И принять прохладный душ, это просто кайф. Всего самого лучшего всем. Пока-пока. И всем приятных выходных. Отдохните по полной.